сегодня мы все с вами собрались здесь, в самом сердце Башкирии, чтобы заняться тотальной журналистикой. И именно здесь мы проведем эту неделю, полную мастер-классов, интересных событий и общения, и сделаем с вами УФУ-24 все вместе, всей России. Объявляю медиаполигон 24 открытым в городе Уфа. Ура! Калининград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и, наконец, Уфа. До башкирской столицы добрался спецпроект журнала «Русский репортер» УФА-24. Более 200 журналистов со всей страны в течение 4 дней прослушают лекции известных уфимских и российских журналистов, чтобы 5 апреля применить полученные знания на практике и рассказать о городе, людях и происшествиях. Так, например, после официального открытия свой мастер-класс провел редактор отдела науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич. Ну, заповедь номер один – это, конечно, выбор темы. Вообще, самое сложное, на мой взгляд, в журналистике, требующее больше всего ума, творчества и прочих интересных вещей – это формулировка темы. Заповедь ленивого журналиста гласит примерно следующее. Чем больше у вас тем, тем больше у вас шанс выбрать ту, которую легко делать. Григорий Тарасевич очень интересный журналист, я его давно знаю, с летней школы. И он рассказывал о правилах ленивого журналиста. Я тоже ленивый журналист, и мне было очень интересно и полезно узнать, как активизировать себя, как преодолеть лень и что-то сделать. Самый лучший совет, когда садишься писать материал, нужно везде повесить надпись «Я могу написать хотя бы плохой материал», потому что это как-то мотивирует. Не надо говорить там, я должен написать гениальный материал или ой, я вообще ничего не умею. Просто ориентироваться на среднем. Все, что я говорю, это не есть универсальные правила, поэтому вы мне не верьте. В ближайшую неделю участникам проекта предстоит узнать и другие правила работы настоящего журналиста. Евгений Андреев, Андрей Ласыгин, телеканал ЮТВ.